мы понесли, и, как говорится, которые понесла украинская армия. То есть украинская сторона, даже не армия, а сторона, потому что там кого только нет на той стороне. На данный момент, по нашим сведениям, украинская сторона потеряла убитыми порядка 1200-1300 человек. Вот, ранеными около 4500 человек. Ну, и с нашей стороны убитыми на сегодняшний день еще будет подтверждаться информация, потому что появились у нас сведения, что... В общем, ладно, посмотрим. На данный момент у нас, по-моему, 12 человек убитыми и 25 раненых. Пока данные вот такие. То есть, я еще раз скажу вам, нам особого удовольствия это не дает.